Овен. Настроение дня будет спокойным и деловым. Не отвлекайтесь от своей главной линии. Сюрпризы найдут вас сами. Возможно, неожиданные поручения, исследование нового направления деятельности. Во второй половине дня вероятность спонтанных событий увеличивается. В доме могут появиться гости или друзья объявятся с новостями. Проверяйте почту, ведите переписку, если чувствуете необходимость перемен. Поторопитесь выбрать способ восстановить физическую форму и начинайте постепенно увеличивать нагрузку. Телец. В первой половине дня постарайтесь устранить беспорядок там, где он вас беспокоит. Иначе в суете вы можете не воспользоваться каким-то благоприятным шансом. Ситуации этого дня могут подвергнуть проверке ваш авторитет и отношения, где на вас или вы на кого-то давите. Приоритеты могут измениться. Сейчас вы настроены заняться новым проектом, а текущие дела могут заставлять отвлекаться, переключаться, быть сразу в нескольких местах, где вас ждут. Жизнь будет испытывать вас на ловкость и хорошую реакцию. Оставьте часть времени для интересующих вас вещей и поиска информации. Отказывайтесь от приглашения развлечься с друзьями. Близнецы. В вашем окружении может появиться тот, кого вы ожидали. Это время несет обновление отношениям на самых разных уровнях. Вы можете ощущать воодушевление и готовность решать текущие вопросы немедленно. Главное – делать одно дело за один раз, ничего не откладывая и не переключаясь. Этот день обещает много общения, звонков, писем и информации, полученной по вашим привычным каналам. Но что-то может оказаться из ряда вон. Контролируйте свои реакции и постарайтесь никого в этот день не обидеть. Рак. Не тормозите естественный ход событий, дайте высказаться тому, кто ощущает в этом потребность. Самое разумное сегодня – проявлять терпение, дальновидность и наблюдательность. Новости могут поставить вас перед каким-то выбором. Стоит уделить внимание финансовым вопросам. Обдумайте предстоящие доходы и траты, возможности дополнительного заработка. Первая половина дня особенно благоприятна для работ в доме, укрепления отношений с близкими. Вечером избегайте стрессовых ситуаций, воздержитесь от поездок. Лев. Постарайтесь не распылять внимание на много объектов, хотя ваши интересы легко будут переключаться, а новости отвлекать от текущих дел. Возможны встречи, получение важных сообщений, спонтанные совещания, свидания. Повышается шанс получить новую выгодную работу, предложение, подарок. Занимайтесь тем, что имеет очевидный практический смысл, и меньше витайте в облаках. Инициатива и напор могут привести к осложнениям. Все лучшее вы получите без усилий. Интеллектуальная и творческая деятельность обещают особый успех и признание. Дева. Предстоит работа в полную силу в полевых условиях. Результаты могут быть впечатляющими, и не обращайте внимания на тех, кто занимает выжидательную позицию или пользуется плодами ваших усилий. Сейчас вы работаете на перспективы, главное – укрепление собственных позиций и рост профессионализма. Занимайтесь вопросами здоровья. Хороший момент – делать то, что откладывалось, преодолеть лень и инертность. Можно начинать цикл тренировок или процедур, которые помогут вам хорошо себя чувствовать и выглядеть. Весы. Из множества возможностей вам нужно выбрать то, что важно. И выгоднее всего. Информация может быть недостаточной или она пока не отражает полностью суть ситуации. В отношениях возможно неразбериха, просчет и недопонимание. Но в процессе исправления ошибок по-новому будут выстраиваться контакты с важными для вас людьми. Может не хватать душевности и глубины взаимопонимания. Иногда приходится больше внимания уделять формальной стороне отношений, быть предупредительными и искать компромиссы. Скорпион. Энергия полнолуния ускоряет процессы, заставляя спонтанно соглашаться или решаться на незапланированные мероприятия. Будет ощущаться нетерпение, раздражительность в житейских ситуациях. Личные амбиции могут конкурировать с интересами других людей. Вместе с тем от вас будет исходить множество рациональных предложений на работе и в быту. Недостатка может быть только стремление объять необъятное, успеть везде навязать окружающим свой план действий. Если не торопиться и правильно расставить приоритеты, нужные дела придут в движение именно в том направлении, которое вам нужно. Стрелец. Жизнь становится все интереснее, возможности возникают, казалось бы, на пустом месте. Вы можете отметить, что масштаб вложенного труда не обязательно коррелирует с результатами, и многие вещи происходят без особых усилий с вашей стороны. Но нужно вовремя подправлять развитие ситуации так, как это нужно вам, и строить отношения с людьми, которые могут быть вам полезны тем или иным образом. Воспользуйтесь потоком энергии, который вас переполняет, чтобы сделать что-то достойное, насладиться плодами своих трудов и порадовать близких. Козерог. Поставьте превыше всего интересы семьи, дома и проявите максимум заботы о тех, кого любите. Порядок и правильная организация дел сейчас обязательны, если хотите сохранить равновесие и оказывать нужное влияние на ход событий. Придется подстраиваться под темп партнера. Его активность, амбиции и напористость принесут пользу общему делу и вовлекут вас в динамичный, интересный процесс движения к цели. Ваши идеи тоже могут расширить спектр возможностей и дать нужную именно сейчас подсказку по текущим вопросам. Водолей. Ограничьтесь сегодня текущей
куча работы, но постарайтесь делать как можно больше. Старайтесь делать все методично и аккуратно, доводя каждое дело до конца. Полезна двигательная и физическая активность, но не перенапрягайтесь. Даже если некоторые обстоятельства вызовут стресс, все же результат ваших усилий обещает быть позитивным. Вместе с проблемами могут появиться и новые интересные идеи и заинтересованные в их продвижении лица. В личной жизни проявляйте заботу о тех, кого вы любите, но не опеку и не контроль. Идите на уступки. Так вы сможете получить больше возможностей для своих личных планов. Рыбы. Если хотите добиться цели, действуйте решительнее. Сегодня не произойдет ничего значимого, если не будете прилагать усилия и пустите дела на самотек. Внимательно следите за происходящим вокруг, чтобы не упустить открывающиеся возможности. Благоприятный период для посещения различных инстанций, оплаты счетов, пополнения домашних припасов. Вы почувствуете себя спокойнее, если разберетесь с беспорядком в какой-то части дома и освободите место для последующих нововведений. Любая физическая активность полезна и поможет снять лишнее напряжение.